Это производство от Домино. Всем привет, с вами Тимоха Домино. С вами Эдж. И сегодня мы хотим вам показать о секретном бункере, ведущем на... Ну, мы это еще разберемся. Вот, давай сейчас... Ну, вот, кстати, это мы на Эджа машине. Mercedes E220. Так, сейчас я гляну тайм. Сколько времени сейчас? Так, тайм. Сейчас у нас час 27. То есть, попозже я решил, бы днем мы заходили, там это было... Вояки там были. Да, и сейчас я когда ехал за Жекой, это тот вояк объехал. Давай эту тачку поставим, чтобы не было палено сильно, да? Сейчас я заглушу. Ты закрой ее. Она, по-моему, закрыта. А, да, была закрыта. А, ну сейчас я попробую. Все закрыто, вот. И я там Range Rover по дороге его ушатал, поэтому нам придется сюда. Так, аккуратненько спускайся, потому что тут можно сильно жахнуться. На трубу, нет. На трубу и... Оп, все, снизу. Погоди, ты меня все, пошли. Посмотрим. Да, вот я купил тебе новый скин. Вот сюда. Бодя. Бодя. А, вот, блин, я забыл даже. Переоделся, за 10 тысяч купил тебе. Кстати, мне там какой-то подписчик говорил, что он может мне 100 тысяч дать. Вот. Спасибо тебе огромное, конечно, но не стоит. У меня, то есть, с деньгами, ну, зажима нет. Ну, конечно, все равно огромное спасибо, но не стоит. Спасибо. Так, погнали, вот. Передаю ему привет, кстати. Так, сюда. Нет, вот вниз. Давай только передвигаться потише, потому что могут быть солдаты. Фу, блин, я испугался уже. Помнишь, когда мы сюда первый раз пришли? Да, так было интересно, кстати. Когда мы тут двух чуваков с оружием... Да, бандиты сюда залазили, он там тоже было интересно. Вот, кстати, этот бункер, может, для кого-то давным-давно не секрет, но кому-то будет интересно. Поэтому мы хотим открыть Америку. Так, Воля, ну ты жирный, падла. Да, я тупо стоял, не мог идти. По нам еще стреляли, это вообще было жопа. Так. Вот, что самое не нравится, когда ты заходишь в здание, ну, прогружается. Там прогрузка идет, это мне не очень нравится. Так, а ну тихо, стой, не лезь. Так, вроде никого нет, побежали. Да если были, они тут уже стояли бы. Нет, они не тут, они все ящики тут забирают. Опс, аккуратненько слазь, тебе ручку подать? Типа ты аккуратно слезь. Так. По-мастерски. По-мастерски, да. Так, пробегаем между этой электрички. Усю, тут вояки сюда что носят. Так, о, лагает как. На мотоцикле я ездил. Да, на каком-то сервере. А, так. Здесь нет, на я наверх сервере. Поднялся. О, смотри, видишь, то, что-то изменилось все-таки. Сейчас. Ух ты, бодян! А. Сзади тебя. А я спин делал. А! Я видел. Все еще тут, блин. Думал, они тоже такая штука, двое висят. Да. Он еще так язык вывалил, смешно. Угу. Трое тут висит, один вообще без этого, без ног. Да, вот эти трубы огромные. Аккуратно, иди, а то нас если спалят, то будет жопа. Это было тут. Нет, немножечко все изменилось, это именно обрисовка текстуры. А, да. Слава великому Сталину. Подожди, дай я скриншот сделаю. Подожди, я же коммунист. Подожди. Это обязательно сейчас. Аним, так, сейчас, какой там, аним 51. Блин, у меня ничего на это остановилось. Так, все, я сделал скриншот. Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный... Ладно, хватит. Так, воля народа, единый могучий экспрессивец. Так, туалетики. Сортиров много. Сортиров много, да, но что-то они в крови, слышишь, страшно. Очень страшно, так, ну, блин, прикольно. Да, конечно. А там реально глянь. Так, продуктовый. У вас нет доступа. Блин, жалко. Козлы. А, в натуре, ну я во все заходил. Там еще что-то написано сверху, кстати, сейчас прочитаем. Так, а это что? Оружейный склад. Вот это интересно. Ох ты, смотри, этот чувак, он что-то тырит. А как он тырит? Команды, get mad, склад. А ну... Да это бандиты из ОПГ. Подожди, давай попробуем. Да мы не бандиты, мы не из ОПГ, мы не сможем. Количество. Например, сотка. Вы не можете вынести столько с собой. Ну ладно, давай десятку. А, да. Да ты не из ОПГ будет, что ты тупишь. Я что-то заметил. Так, смотри.
Автомат Калашникова АКМ. Нравится. Да. Я, кстати, настоящий собирал и разбирал так. Готовьтесь серьезно. Так, подожди, готовьтесь серьезно. Так. Напряжено. Не уклона к защите Отечества, к защите Социалистической Советской Республики. В.И. Ленин. Слава КПСС. Да, что ты хотел сказать? Не, ничего, ничего. А, ну там, где моя мама работает. А. Так. Водные. Резервуары. А, все, не грубно, видишь? Ой, блин, я обосрался немножко. Только, Бодя, не прыгай. Понятное дело. Ты тут высоко. Фух, я чуть не упал. Так, погнали дальше, да? Погнали. Я помню, туда ездили, по-моему, там ничего нету, мы погнали. А помнишь, как-то ж можно наверх подняться, на военную базу, можно ж как-то? Можно. Ну вот надо подняться. Тут у нас, по-моему, доступа нету. Вот эта дверь, по-моему, нету. Нету, оружейная. И то мы заходили в оружейную, а там столовая, что такое, ну, по-моему, должна быть. Вот мы сейчас идем, будем под военной базой уже, под военной базой уже. Извиняюсь. Да, я помню, я тут на мотоцикле ездил. И вот тут мотоэкстерил и ездил. Так, блин, ну куда-то надо. Это есть, вот сюда. А, и на машине мы тут были, помнишь? Да, да, и на машине мы тут катались. Значит, как-то сюда есть вход на машине. Нет, мы просто упали как-то. Как мы на машине сюда заехали? Ну просто там можно было палочковые, берешь тачку. Вот мы ее в туннеле взяли и катались. А, это на другом сервере. Ну конечно, другой сервер. Я забыл. Что-то этот туннель бесконечный. Что он длинный сильно. Да, вечерняя пробежка — это очень хорошая вещь. Вспомнил мою фразу, когда я с тобой играть не хотел тогда. Угу, сука. Когда ты куда? На вечерняя пробежка. За дом платить. Тот, который Мартин проебал. Вот, все, мы прибежали. Какой прибежали? А, туда дальше можно бежать. Блять, он не залазит, он не залазит. О, все, слез. Так какой жирный, дрищ. Давай сюда зайдем. Здесь у нас ничего. И миллион долларов, миллиард, триллион, гугл, секстиллион. Секстиллион. Прикинь, сейчас выходим, а нас ждут. Менты, ФБР, это спецназ. Да. Карта какая-то, а ну давай посмотрим, где, какая, город, мап. Не, это не наш, то есть не город, ничего там. Это там расписание, как везде, электричка. Ну да, метро. О, вот, наверх так. Эхето эскерт. Если я правильно прочитал. Понял, что написано? Нет. Ёкарёбай, то есть тут заминировано. Бежим дальше. Боди, я застрял. Фу, я тоже. Все, давай, продолжим, да? Давай. Итак, мы, короче, подъехали. Сейчас остановим, припаркуем тачки, добежим до того места, где мы вышли, и продолжим. А! Лор, блядь, ты скорости 10 километров ебался. Все, давай. Давай. А, не, сейчас оставим тачки. Смотри, как папка может. Бля! Сука! Полный привод. Сука, одно колесо достаю. Давай, 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 назад вход. Да все, жопа твоей машины, бля. Не-не-не, это Мерс. Это именно, что это Мерс, бля. Давай, 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 задом, 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 задом. Давай, давай. Задний ход. Может, отойдешь? Зачем? Давай, давай, давай. Да батя сейчас выедет. Да. Смотри, выезжаю, еду. Куда ты выезжаешь? Ты тупо назад едешь. Давай, давай. Да ладно, все, хватит с этим. Скотина. Ты мразь. Ты проснешься, у тебя ни квартиры, ни машин не будет. Поехали.
Типа тебе на язык, падла, блядь. Все. Продолжим, когда будем там. Да, продолжим. Итак, вот мы уже продолжаем, подъехали мы. И... Подъехали, конечно. Конечно, да. Мы уже задолбались бежать, нам, честно говоря, самим уже интересно, что там дальше. Вот и все, смотри, налево какой-то поворот. А мы тут были. В общем, там мы застряли наглухо, и пришлось перезаходить. Бадянчик. Ух ты, что? Что это ты? Там с левой стороны можно куда... Иди сюда, иди сюда. Фу, бля, я уже думал, куда ты делся. Ух тышка! Вот это... Ого! Слышь, не зря мы зашли, только средний еще нигде не застрял. Прикольно. Ага. Слышь, класс. Давайте направо, 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 сюда. А сейчас, тут еще дальше есть. Еще какой-то туннель, Бадян. Сука, тут лабиринты. Тут еще один туннель, я выбежал куда-то. Ты не туда побежал, подожди, стой, я сейчас по тебя вернусь. Я заблудился тут уже. Стой, погоди. Я тупик нашел. Стой, Бодя, стой, Бодя. Там тупик. Мы, нам бежать прямо, смотри, ты не туда пошел, иди сюда. Не, я понял, я иди побежал. Сюда, иди сюда. Смотри, вот еще один туннель. И тут. В ту же сторону, куда нам надо, а ну давай сюда зайдем, посмотрим. Ого. Ну, вот видишь, не зря пошли. Так. Ну я теперь понял, что КРМП так глючит много. Да, ну пошли, пошли сюда. Тут объектов очень много. Вот где мы вышли, то есть вон все. То есть видишь, что тут два сходятся в один, даже три. Вот, О! Что ты увидел? А ну, не, вот иди сюда. Скрин сделать. Да, конечно. Так, аним 51. Тут все. Тупик, Джек. Тупик? Да, черная дыра. Подожди. Да, тупик. Не может быть тупик здесь просто. О, стой, Боди, иди сюда. Фу, я туда не хочу бежать, я черную фигню забежал. Иди сюда, иди сюда. И... Да. Так, тут прикольно. Тут ничего, вот сюда идем. Прикольно, да, в натуре слышь, тут БМПшки какие-то проводить. Стадион. В натуре, Бадян, слышь, у всё труба какая-то, давай сразу в эту, тут три хода, давай, чтобы не забыть. Ты куда побежал? В один надо бежать, чтобы не забыть здесь. А где ты? А, вон. Куда ты делся? Ух тышка, Бадян. Ой, жди. Охереть. Где там делся, мне уже интересно. Сука, тут такой поворот, блин. Сюда, иди, 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 иди. Что? Где это мы? Блин, я не могу наверх посмотреть, сильно высоко, что там? Я на низ. На низ, да, раскаленок, плава где-то. Может тут что-то есть какое-то, может ударить что-то, оно откроется где-то. Ты не можешь глянуть, что там наверху? Не. Блин, и я не, давай бежать дальше. Блин, прикольно, слышу, столько всего. Сюда пойдем. Я даже не вижу, куда... А, не, давай прямо. Да, мы по кругу обошли. Мы по кругу обошли, Бадян. А, да, реально. То есть там выхода нет, по кругу обошли. Теперь идем в тот туннель, который справа. Да, прикольно. Да, слышишь, так хитрожопо. Если тут был онлайн около 10 тысяч человек, ты прикинь, чтобы тут можно было чудить. Угу. Так, давай без пазихани. Так, теперь в этот. Ты даже... А, ты второй? Низкий. Ты, который справа, понял, выходишь, ты за мной там бежишь, давай, точно. Оно как по спирали идет, наверх куда-то. Мне кажется, мы реально сейчас к стадиону. Мы вышли на стадион, почти. Слышь, прикольно. Бадянчик, ты где? Я тут удрал уже. Я уже задрался, мне глаза скоро расплывутся. Нифигась! Погнали, Бодь, выходи из АПК, погнали в другой, там же еще один. Ты такой можно чадить. Да. МПшки можно будет. Слышь, если у меня там наберется 1000 подписчиков, можно будет что-то тут придумать, да? А, тут не так много народу влазит, 300 человек всего лишь, 500. 500. Но если у меня будет 1000 подписчиков, то там можно будет загнать человек 100 там. Даже 100 человек МПшка будет очень крутая. То есть, ну, нормально. Если бы у меня все подписчики были активные, все с того сервера, то вы понимаешь, что было вообще? Да, я просто позигнул.
Где ты там? Бегу. Ты когда вылазил, я на тебя спрыгнул, ты не обосрался? Нет. Блин, а так лишь, что ты обосрался. Ты где там? Я? Вот. Хоть попрыгать можно. Ну да. Опять куда-то наверх подниматься. Опять по спирали, да-да-да. Хор, жуть, ночь. Да, 2 часа ночи. Ага. Куда ты? А, вот поворот. А, нет, тут еще открыто будет, слышь, тут комнат столько. Я думал, там закрыто. Да ты какие-то тут ничего интересного. Осталась надежда сюда. О, слышишь, в натуре. Много синих дверей, мне уже страшно. Слышь, круто, да? У нас стадион, возле стадиона выходим. Еще, блядь, сколько дверей. Боди, иди сюда. Ебать. Да я бы поднялся, там тоже куча дверей. Спустись, тебе свари сюда. Пипец. Вот. Офигеть. Капец. Пошли тебе выше, да? А если мы выше, мы там в здании поднимемся. Да пошли в здание и там закончим. Стоп, а где? А, вот, я проехал. Погнали, и закончим на этой серии? Да. Капец, слышь, мне самому же интересно. Я думал, там пройдемся, там все покажем старые знакомые места, а они... Слышь, давай еще двери каждой проверим, мало ли что там. Еще одну дверь, но это уже будет за дверью. Дверь за дверью просто будет, Жень. О, вот, смотри. Ебануть. Дверь за дверью идет. А не, одна закрыта. Все, я наверх погнал. Фу, где ты лестницу нашел? А вот уже без дверей. Трибуны, Жека, да. Где ты лестницу нашел? Ну там, где ты поднимался наверх. Бляха-муха, я заблудился здесь. А вот, нашел, фу. Ты на самом верх? Да. Ух тышка. Класс. Все, я наверху, наконец-то. Прикол. Я вон выше тебя вообще. Вот так вот мы добрались в этот необитаемый город. Будем у нас между собой его Припятью кликать, да? Да. Никто не живет, будет Припять. Вот так вот проделали мы нелегкий путь ради вас, кстати. Мы тут столько, блин, с этим морокались. То есть вот так вот секретный туннельчик для тех, кто не знал. Я так понял, он посередине карты. Да. То есть для тех, кто не знает, можете зайти, если вам интересно, полазить там. Подпишитесь в комментариях, кто не знал, ставьте лайки, кто не знал. Там вот так вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Edge Domino. С вами был Тимоха Домино. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.